Привет, рыболовное братство. Едем, короче, нежданно-негаданно. С работы получилось вырваться на полдня. Вот сейчас обед. И говорю, да поехали щуку погоняем. Попробуем, по крайней мере. Давно не кидали, хочется покидать. Да поехали, вот так и поехали. Даже не проверял снасти, что там, к чему. Вся снаряга еще с того сезона получается. Заехали в цех, закинули снасти и поехали на пайкодром. Короче, что у нас с этого выйдет, смотрите дальше. Как это все делается. Так, наш чехольчик. Fox Rage. Так, что нам взять? Палка воблеры. Палка. Вон, смотрите, у меня тут с того сезона хвостяра откусаны. Так, это тикт, уже позабывал, нет, это хана. Это хана, это то, что нам нужно. Оп. Раз. Раз. И в дамках. Катушечка. Катушечка Ванфорд Шиманка. Маночку потом поменяем. Так, а жене. Ну, так как ветерок, то ультрик сейчас не пойдет. Поставим жене Киру. Это у нас графит лидер палочка, тоже хорошая. Вот тут смотрите, какая патриотичная приманка у нас. Мандула. Будем пробовать. Так, раз, графит лидер готовый. Ага, катушечка. Эта палочка у нас 4-22 грамма. Ну, жене как раз нормально. Там и металл можно ей покидать, чтобы не напрягаясь. И катушечка у нас здесь страдик. Также шиманка. Страдик. 3000. Все, с таким наборчиком мы сегодня погуляем по водоему. На водоеме ни души, мы одни единственные. Так что все, в бой. Так, друзья, волна
Ветерок сильный. Не знаю, не смотрел погоду, короче. Сейчас мы так стали, получается, боковой. Мы на большую дамбу перешли. Мель. Явно, смотрите, уровень воды какой, насколько упал. Ну, это сезонность. Так обычно тут бывает. Все, начинаем отсюда. И потом, наверное, пойдем вот туда. И с той стороны уже будем обкидывать. По ветру, чтобы кидать. А тут боковой получается. Просто хотел эту заводь обловить. Попробовать. Ну все. Первый заброс в этом сезоне. Тю! Проверяем фрикциончик. Явно 2,5 грамма нам ничего не дают по чуйке. Надо или увеличиваться. Или делать равномерочку медленную. Ну все, будем вспоминать, как это все делается. Поехали. Как говорится. Так, был один ударчик. Вот там. Спод камышика. Просто один бумс на падении. И все. Не зацеп точно, потому что на падении был удар. Конечно, на резину по такому ветру я не люблю ловить. Приманку не чувствуешь. Ну, маем, что маем. Нельзя! 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 Ух ты! Возраст! Я из-за тебя не могу ловить. Нет, она у тебя с грузиком. Ты ее как силикон проводишь, проводку. Делай вверх подрывы. Пробуй. Раз, два, пауза. Раз, два, пауза. Ух ты! Что ты делаешь? Я тебя сейчас нашу. Вот дурные. Да, она на публику. Хочет понравиться. Освежает. Спасибо. Попробуем новенькие мандулы. Я в конце того сезона их купил. Под заказ вот дядечка делает. Вот такие. Оборвался все-таки в том камыше. Заодно и поменял флюр. Потому что там еще с того года был поводок. Так, сейчас еще пару раз тут скину. Надо переходить. Блин, ну жалко, был удар. Не засечка. Так, ничего не клюет, короче. Уже пробую разное всякое. Вот только как был один удар в самом начале, и все. Ближе к камышам был ударчик. Жена пробует там на вертушки всякие. Вибы. То есть то, что не надо там какие-то проводки заумные делать. А я на резину. Но пока что ничего. Друзья, первая поклевочка, первое, что у нас тут, щука, наверное. Катя, это судачело. Пацак,
пацак, пинцет, сестра, судачок. У-ху-ху. И тебе, конечно. Опачки. Ну шо? Да иди сюда. Судачело. Вот такой вот судачело. Забирай, пацак. Ну как? Шо, друзья, первая наша поклевочка. Смотрите, судачело. Заглотил по-судацки. Все нормально. Ох, как я уже заскучился, если честно, за этим делом. Кайф. Вот такой вот красавчик. Сейчас будем его раздуплять и отпускать. Оп. Смотри, ого. Как тебя так угораздило, брателек? Оп. Все аккуратненько. Хирург прирожденный. А, все. Красавчик, порадовал нас. А то я думал уже, что мы с нулем идем. Ой, думал, с нулем идем. Иди вперед. А-ха-ха-ха. Красавчик. Все, ловим дальше. Уже не зря приехали. Все, кайфы. Так, обошли уже ставочек, дамбу большую. А здесь у нас прекрасная заводь, которая без ветра. Вот именно с этой стороны. Сейчас обловим тут и пойдем уже по берегу дальше. Мелко. Фрикцион попусти и тяни. Красавица моя взяла рыбу. А я тебе сказал, что ставить надо. Тяни ее сюда. Смотри, как худючая щука, капец, как карандаш, блин. Вот что она не клюет, она сейчас не жрет нифига. Ну, для нас это уже победа. 1-1. Судак есть, щука есть, что еще надо? Тут еще окунь есть, Катя. Правда, немного. Что, подержать что-то? Ну, это уже тебя будем фоткать, конечно, с ней. Ты же словила. Такая щучка. Вот такой карандаш. Катя только что лупанула на силикон. Говорит, дай мне насадку такая, чтоб ловила приманку. Дал на первом забросе, да? Да. На первом забросе взяла. Блин, ну, видите, худая щука, очень худая. Конечно, лето, что говорить. Она ничего не жрет сейчас. Чисто такой карандаш вообще. Так, сейчас мы ее отцепим, и Катя с ней сфоткается. Это ж ее добыча. Так, я все равно боюсь ее. Не показывай приманку, говорит. Наши люди. Ага. Выпускай. Выпускайте. Сила. Сход? Ё-моё. А знаешь что? Что ты не понял, что это рыба. Надо было ее досечь. Я думала, это зацепка. Видишь, рабочая, значит, приманочка. Сейчас я тоже такие буду ставить. Как проводила проводку? Попала, Ди. А ну скажи на камеру. Как попала? Чтоб все знали,
Это можно запатентировать. Проводка как попала. Автор. При такой активности каждая рыба на вес золота. Ну, у нас получается все было, смотри. Удар был один пустой. Сход был, только что. Судак был, щука была. Все, остался еще окунь. Кокунь. Под вечер немного ветер стихает. Так, у нас закат, можно сказать, уже вечереет. Волна стихла. Сейчас пойдем туда. Вот эти камышики пооблавливаем. И как раз уже будет темнеть. Только что пообедали. Спокойненько, тихо. Хорошо. Ветерок стих. Пробуем тиогу. 2 дюйма на 2 грамма. Вот такая кислота. Только что был или глюк, или удар. Ну что, друзья, подошла наша сессия к концу. В принципе, мы довольны. Мы увидели щуку, увидели судака, так что все отлично. Так сказать, распочинились в этом сезоне. Рыбка, конечно же, не активная. Ну, этого и следовало ожидать. Я как бы на это и рассчитывал, что будет такая штука. Но, тем не менее, удалось. Так что все отлично. И Катя словила, и я словил. Был еще один сход у Кати, и у меня было 2 удара. Ну, один точно 100%, один непонятно, удар или зацеп. Ну, такое. Так что такие дела, друзья. Были на пайкодроме, приезжайте, ловите. Какой-то особой тенденции, конечно, при такой активности невозможно было вычислить. Ну, видео вы все видели. Мы обычно никогда ничего не скрываем. Так что вот такие дела. Все, друзья, до скорых встреч. Увидимся на воде. Всех благ, мира и добра.